Мы рады пригласить вас в мир потрясающего футбола высшего качества. Лига чемпионов, наконец. У них ставка на высокий прессинг будет, судя по всему. Это смелое решение. Уверены в себе они должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их половине, мяч будет большую часть времени у них. Тактика и правда интересная. Если хватит им выносливости сегодня, то соперникам сложно придется. И нужно быть готовым к тому, что без мяча придется играть большую часть матча. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Мы рады пригласить вас в мир потрясающего футбола высшего качества. Лига чемпионов, наконец. У них ставка на высокий прессинг будет, судя по всему. Это смелое решение. Уверены в себе они должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их половине, мяч будет большую часть времени у них. Тактика и правда интересная. Если хватит им выносливости сегодня, то соперникам сложно придется. И нужно быть готовым к тому, что без мяча придется играть большую часть матча. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Мы рады пригласить вас в мир потрясающего футбола высшего качества. Лига чемпионов, наконец. У них ставка на высокий прессинг будет, судя по всему. Это смелое решение. Уверены в себе они должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их половине, мяч будет большую часть времени у них. Тактика и правда интересная. Если хватит им выносливости сегодня, то соперникам сложно придется. И нужно быть готовым к тому, что без мяча придется играть большую часть матча. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Мы рады пригласить вас в мир потрясающего футбола высшего качества. Лига чемпионов, наконец. Мы рады пригласить вас в мир потрясающего футбола высшего качества. Лига чемпионов, наконец. У них ставка на высокий прессинг будет, судя по всему. Это смелое решение. Уверены в себе они должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их половине, мяч будет большую часть времени у них. Тактика и правда интересная. Если хватит им выносливости сегодня, то соперникам сложно придется. И нужно быть готовым к тому, что без мяча придется играть большую часть матча. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Мы рады пригласить вас в мир потрясающего футбола высшего качества. Лига чемпионов, наконец. Большой путь Лиги чемпионов начинается сегодня. Первая игра группового этапа началась. Нас ждет фантастический футбол, и надеемся, что мы увидим его уже с первого матча. Душан Танич. Он уже, наверное, видел мяч в сетке, а тут на тебе. Гетце. Усадить оппонента на газон за счет смены ритма, в этом Гетце один из лучших футболистов. Когда всем начинает казаться, что он уже заглушил атаку команды, следует резкое ускорение, финт или... Он накручивает соперников одного за другим. Нет, не попал, а мог бы выводить команду вперед уже на первых минутах встречи. Все возможности для этого были. Жаль, не хватило точности.